Всем привет, вы смотрите канал Мужская Культура. Сегодня я еду на охоту. Ребята мне сказали одеть то, что не шуршит. А у меня ничего по большому счету нету такого не шуршащего. Вот я одел, что на мой взгляд меньше всего шуршит. И сейчас пытаюсь понять, подойдет или не подойдет. Но теперь штука, когда приеду, скажут. Опять здравствуйте, сегодня у нас охота на кабана. У меня один вопрос, да. Мы не браконьерим сегодня? Нет, у нас лицензия на кабана до года, разрешение на добычу копытных животных. Слушай, а что-то все жалуются, что все везде охота закрыта, у нас не закрыта? До 31 числа закрываем разрешения, которые с прошлого года выдавались. И с 1 августа начинается уже по новым разрешениям. Ага, я понял. Поэтому так. У нас есть разрешение на добычу копытных животных, кабан до года. На него сегодня не будем охотиться. Сегодня охотимся с двух вышек. Кабан вроде как ходит. Признаки этого есть. Ну, все остальное потом увидим. Едем. Так, что мы уже... Какая подготовительная работа была проведена? Ну, во-первых, кормовые поля сделаны, засеян овес. Подкормочные площадки кукурузой кормятся. Вышки построены, вышки стоят. Для охоты все сделано. Теперь осталось только отохотиться. Хорошо. Слушай, ты сказал мне, чтобы я не мылся, не брился, не душился, шуршащую одежду не одевал. Он настолько чуткое животное. Потому что кабан выходит, ловит запахи, может несколько кругов делать по лесу, прежде чем выйти к подкормочной. Принюхивается, прислушивается. Но это он все время делает, так, да? На открытую площадку, чтобы выйти, да, на кормежку. И он запахи... Очень аккуратный. Запахи хорошо чувствует. И звуки хорошо чувствует. Поэтому сидеть будем тихо. А пуфики уже там разложили? Все будет в спартанских условиях. Я понял. Хорошо. Сейчас. Ну, крыша над головой будет. Ага. Дождя мы не боимся. Сидеть будем, наверное, до темноты. И после темноты работаем с прицелами ночного видения. Поэтому будем ждать до последнего, пока не выйдет. А во сколько мы можем понять, если он уже не вышел? До какого времени, если он не вышел, то уже и не выйдет? Есть такое время? Я думаю, в районе 2 часов ночи мы по-любому уже снимемся и уедем. Ага. Не будем зорьки встречать утренние. А было такое, что снимались и уезжали? Было такое, что и снимались, и уезжали, и через 15 минут потом они приходили. Да? Это, наверное, самая подстава. Что камера стоит на подкормочной площадке, по времени видим, что уехали, и тут же приходят смс-ки о том, что кабаны пришли. Ну, это они потому что такие хитрые или просто такое стечение обстоятельств? Ну, кто его знает? Может, они пришли как раз к этому моменту. А может, где-то рядом ждали, пока мы свалим. Но это не поход в магазин, поэтому это охота. Здесь результат нельзя планировать на 100% заранее. Так, а в день охоты ты когда уже начинаешь чувствовать в себе? Перед охотой, перед самой. Как это называется-то? Мандраж есть какой-то? Нет, мандраж прошел уже много лет назад. А мандраж, он нужен или не нужен? Что-то там голодный, чтобы на охоту ходил, еще что-то такое. Нет, надо спокойно, хладнокровное.
23-й ременотон. Экспансивное поле. Полуоболочка. Прошивает кабана только так. Больше не надо. Высокая начальная скорость полета пули порядка 1000 метров в секунду. За счет того, что полуоболочка шансов не оставляет. Ружье очень точное. То есть спокойно в 5-рублевую монету попадает на расстояние 100 метров. Важные органы. А в смысле в хвостиком стрелять?
Levi's. Американского производства. Название ВТН. Слушай, такая это, сколько вышек стоит? Ну, в смысле? В смысле? Ну, или это нельзя говорить? Не, вышек стоит. Нет, сколько, как сказать, групп, или как правильно сказать, охотников сегодня вышло? Сегодня на двух вышках сидим. На трех. На трех. Это можно или нельзя говорить? Можно, да. А кто определяет, кто на какую вышку идет? Случай есть? Нет, коллектив охотников, у кого какое оружие. Кто насколько подготовлен, потому что если кто-то с гладким, он садится вот на такие вышки, где выстрел тут 20 метров. Если далеко прикормочная от вышки, тогда только карабин, только хорошая оптика. А, ну, то есть даже не то, что это какой-то счастливый случай. Да, и до скольки сидеть. Если ты без ночника, то до 11 посидишь, потом домой едь. Если с ночным, то можешь сидеть уже позже, там до часа, до двух. А без ночника нехрен, да, ловить? Шанс есть, но немного. Да. С фонарем. Ты когда фонарь зажигаешь, резко, если... у тебя коллиматор и фонарь тоже можно. Но ты когда зажигаешь фонарь, у тебя секунда для выстрела. Потом фу, нету никого. Бежать за ними. Некуда бежать, темно. Куда ты побежишь? Ты зажигаешь фонарь, ты их видишь. Одна секунда и никого нету. Замолчал. Не кончился. Указывай. Кто? Он.
курсы сходить по бесшумному наливанию чая. Спустить онлайн-школу. Споры находились. Удача нам не улыбнулась сегодня. Так, и что ты хочешь, можешь? Пока еще все могу. Сказать по этому поводу. Сказать, что охота была. Состоялась? Состоялась. Козла слышали, косули. Но кабан сегодня на нас не вышел, к сожалению. Ну ничего, мы не расстраиваемся, не унываем. Не вышел в этот раз, выйдет завтра. Не завтра, так послезавтра. Посидели, посидели на свежем воздухе. Посидели, послушали тишину. Да. Вот такая моя первая охота на кабана. Будем считать, что это. Будем считать, что это тренировочное. Да. Не на бесах.